Эскалация на Ближнем Востоке и война в Украине стали главными темами встречи в Нью-Йорке между генеральным секретарем ООН и руководством Евросоюза. Стороны обсудили сотрудничество между Объединенными Нациями и ЕС по глобальным вопросам в преддверии Генеральной Ассамблеи. Больше всего опасений вызывает разрастание конфликта между Хамас и Израилем. Касаясь ситуации в Украине, Боррель выразил обеспокоенность в связи с тем, что российские беспилотники и ракеты недавно несколько раз пересекали границу воздушного пространства ЕС. Он предположил, что Россия получает ракеты из Ирана. To support Ukraine both military and economically. And both things have to be done at the same time. It doesn't make sense to provide with an electricity generator today if it has to be destroyed. Конфликты на Ближнем Востоке и в Украине станут темами прощальной речи Джо Байдена на Генеральной Ассамблее. Как отмечают наблюдатели, выступление с этой трибуны в Нью-Йорке представляет Байдену одну из последних возможностей в качестве президента США заявить о необходимости и дальше оказывать решительную поддержку Киеву.